В день памяти святителей чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, посетивший с рабочим визитом итальянский город Бари, возглавил служение божественной литургии у мощей угодника Божия в посвященной ему базилике, рассказывает Эльвира Гордеева. Итальянский город Бари, базилика святителя Николая. Так немногочисленно в день памяти святого здесь не было никогда. В прошлые годы тысячи паломников прилетали из Москвы, Киева, других городов Святой Руси, чтобы помолиться у мощей великого угодника Божия. В этом году, в связи с пандемией, число паломников, посещающих базилику Мирликийских чудотворца, сократилось в разы. Но тем не менее, следуя традиции, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, представители духовенства из России во главе с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом совершили в этом святом месте божественную литургию. Некоторые люди в нашей церкви хотят отнять у нас эту возможность. Они говорят, что вот вы там молитесь католиком. Вот я хочу, во-первых, заверить всех, что мы здесь не молимся с католиком. Мы совершаем нашу православную божественную литургию, и мы совершаем наш православный молитв. Конечно, доминиканцы присутствуют при молитве. И я думаю, что когда мы молимся, они тоже молятся. Но говорить, что это совместная молитва, это значит обманывать народ. Мы сегодня молились у его мощей о том, чтобы поскорее закончилась пандемия, о том, чтобы все мы вернулись к нормальной жизни, о том, чтобы сохранились жизни наших близких. За богослужением у мощей святителя Николая владыке Илариону сослужили настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в Баре протоиерей Вячеслав Бачин и настоятель прихода святого апостола Матфея в городе Салерно архимандрит Августин Морозов. После сугубой ектении митрополит Иларион вознес молитву во время распространения вредоносного поветрия чтомую. А по окончании богослужения архипастырь обратился к православным паломникам со словом проповеди. Святитель Николай – это тот святой, который почитается всем миром. Его почитают и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге. Со всего лица земли люди обращаются в молитве к святителю Николаю и удивительным образом получают удостоверение в том, что он эти молитвы слышит и на них откликается. Я думаю, что в жизни каждого из тех, кто собрался здесь, и каждого из тех, кто сегодня в других местах празднует память святителей Чудотворца Николая, были такие события, которые совершенно очевидным образом показывали, что святитель Николай присутствует в нашей жизни. Основную часть проповеди митрополит посвятил испытаниям, связанным с пандемией коронавируса, призвав чаще обращаться к святителю Николаю в этих условиях. Затем все молящиеся спустились в крипту базилики святителя Николая, где состоялось славление у мощей святого.